Всем привет, с вами я, Гамби, и со мной сегодня... Ой, и сегодня мы будем играть в игру The Password Game. Поехали! Алло? Да, я на ролик начал. А какой? По какому? По игре этой. Так, значит, гей. Мы, короче, должны составлять всякие эти. Ремус, курицы. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11-12. Короче, как игрок... 29, ебой! Май? Сейчас приду, окей, пацаны? Ага, пепси. Смотрите, ребят, если что, я являюсь игроком. Ну, типа, ну да, вот, типа игрок. Из Roman Armor LS. Что, бля? Переводчик. Так. Римские цифры должны умножить на 35. Что? Типа так? Что, блин? Папа? Да вы чё, офигели? Офигеть! А как мне сделать так, чтобы у меня составлял 25? Апрел! Допустим. А на 25, чтобы умножалось. Знаешь, что напиши просто? Май, окей, май. 5 пятерок. Нет, вот это, вот это, вот это, вот это Юда. Вот так напишите в Дискорд. Лявы твари! Да я тебе тоже помогу потом. Когда ты... Да идите вам даже. Аугуст. Аугуст. Все равно, у меня сумма... У меня сумма цифр вашего пароля должна... Юбас от Масби Роман Номерал. Что? Римская цифра, бля, вы что, дебилоиды? Так, Джен, напиши, подожди. Вот умножается на 35. Ай. Это. А ты можешь Джун написать, а... подожди. Блин. Специальный символ. Ци... Ди... Да. Ой, нет, бля! Митя, Shift и на И. М. Shift и И. Что? Зажми, чтобы... Если у вас проблемы с римской цифрой, зажмите Shift и И. Английскую. И чё? Блядь, вот так вот это делать? Римские цифры в вашем пароле. А, римские цифры. В смысле, на 35? Я не понял, мне надо посмотреть. The Password Game. Сегодня... будет меньше 5. Ваш пароль... А, это английский. Это один. В вашем пароле нужно умножить... Артефакт. Римские цифры в вашем пароле... А тогда... 7? Нет, нет, здесь 7. And... 5? Я... Yes! Что? Я понял как, я понял как, я понял как. Что? Римские цифры должны умножать... And five. Ебой! Пацаны, у кого римские цифры на 35, вот так вот делайте. Вот это пишите. Ага. Ах ты ж! Мне заново пересчитывать! Вот это вот вводите, чтобы не умножать цифры. Оп. Где нам просто у меня
идею скопировал. Я решил поиграть в Password Game. Герман это заметил и сам начал записывать ролик. Your password. Что? Ваш пароль. Ваш пароль содержать сегодня текстовые. Но блин, а можно мне другую тогда капчу? В смысле текстовые? Усен. Внешний ответ Wordle. А, да, серьезно? Мне надо открывать Wordle. Wordle. На английском. Подожди, ты можешь просто вести сегодняшний ответ Wordle. Че? Внешний ответ Wordle на английском. Ну, написал Wordle. Wordle. Не-не, подожди. Так, Кальтюни. Плей. Так. Word. Что? Придется самому играть в Wordle. Плей. Нет. Ответ сегодня. Today. Today. Ну! Ну! Нет! Нет! Стас-то. Подожди, Wordle. Wordle. Сейчас. Вар? Играть. Не асо! Что на английском? Так. Big S. Да как? Кюбер. Кибер. Нет! Не едино! А как? Какое мне слово? Вен. Не-не-не. Флайн. Да блин! Значит, мне надо... Пас. Во. Нет, это не. Yeah. Это не F, это не L, это не Y. Это гейминг! Не y, что? Не... Гейминг? Нет. Лупсфх. Что? Гейминг. Флоп? Гейминг. Флоп. Флоп. Гейминг. Флоп. Подожди, какое слово? Может быть, рутби. Инга. English. Wordle English. Я не понимаю. Word. Может, World? R! Правильно! R правильно! R это на каком месте? Посередине! Посередине R! Блять, значит это... Кари... Стоп. Если V... Стоп! Так, посередине что я забыл? R, английская. R на посередине английская R. Car. Ну так. Да-да! Может быть, Санёв? Так. Party? No? Подожди, я забыл. Опять R. В середине R. Что? Скраб. Ебой! Все, я угадал. Подожди, какое слово? Написал. Эмоции? Эмоджи. Скруп. Эмоджи. Так, парольная игра. И это о, вот эмоция. Так, эмоция. Блин, подожди, мне your надо... Your password. Блин.
Мне надо, чтобы сумма цифр должна составлять 25. Ваш пароль должен держать текущую фразу Луны. Ага, где Луна? Где Луна? Где Луна? Подожди, 5. Жопа, 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 жопа. Подожди-ка, так, мне... Осужда... 7 плюс. 7 равно 0. Это 14. Вот Луна. Вам такая нужна? Найс! What the fuck? Я всё сбросил, блядь! О май гад! Я всё сбросил. Алло. Алло. Я нашёл картинки. Это таблица Менделеева, двухбуквенный этот. Двухбуквенный символ периодической таблицы, это таблица Менделеева. Если что. Так, это что у нас? If and... Это A. V. На русском. A. V. Как? Пепси. А как мне рутень сделать? And... Иди. О! Вот вытво. Эш, аж можно вести большую. Нет, это не работает. Скраб. Скраб. И в смысле... Эмоции Луны, вот вам Луна. Эмоджи. Найс! Так, вам Ван, что ты сделал? Ван, что ты вставил? Подожди, что? В смысле эмодзи? Мне надо 12 правило вести. У тебя тоже эмоджи? Не, мне периодическую таблицу надо вести. Двухбуквенный символ периодический там. Не понял, у меня Луна не спавнится. Это таблица Менделеева, нафиг. Вот вы чмо. Эмоджи. Смысл? Так, подожди. Должен включать бывающий. Какая сейчас фаза Луны? Нормально, все. Просто плевать, просто. Луны, господи! Луны. Есть! Текущая фаза Луна. Луна, эмодзи. Наверное, это нет. Пробуйте все фазы! Пробуйте все фазы сейчас. Раз, два, три, четыре. Это черное, это черное. Что? Черное? Черное, да, текущая фаза Луны, я вам сейчас скажу. Юпосер за ним. Я отправил что это. Что вот. Это за страна? Я в Дискорд отправил, скопируйте. Погоди. Что это за Да смотри, веди текущая фаза Луны в виде эмодзи. Да ты полуфабрикатисты. Да в смысле? Как мне понять, что тут за страна? Это... Все, некто жопа. Сука! Фаза Луны в виде эмодзи. Текущая фаза Луны в виде эмодзи. Your password must the name of this country. Как я пойму? Герман, я отправил в Дискорд. Да ты тупой! Нас почему? Какая Луна? Мне еще надо не Луна. Это фаза Луны! Да ты даун, чекай. Я гений! Да ну. Я знаю, как делать. Это... Подожди, это... Я знаю, как делать! А ты мой смотри. Ты мой смотришь? Что? Яндекс Алиса? Тихо. А? Так ты же прошел! Смотри. А я не могу. Если что, у нас разные вот это вот штуки. Так, это я где сейчас? Привет, это Алиса. Алиса! Алиса! А, надо скачать. Fucking piece of shit. Это Полин?
Это что за язык, а? Я не понимаю, вот именно что это за страна. Подожди, я ножницы сейчас сделаю. Яндекс Алиса сбра. Создать. Окей, скачаем Яндекс. Офигеть. Яндекс. Я не могу найти фазу луны. Да тебе это скинул. Да я скинул, да. Вы издеваетесь? Мне сейчас надо... Определить страну по... Фото. По фото. Да-ка! Я даже... Блин, да вы дауны! Установить. Вот вы твари. Бля. Да что у тебя? Почему? Мне надо освободить память, вы офигеть. Офигеть! Мне надо как-то диск сочистить! Я так устал. Мне хочется спать. Это Польша, понятно, это Польша. У меня? Маланд. У меня или у кого? Это у меня Польша пока. Все, я... Так, я 14-е задание выполнил. Високосный... Год. Да иди в пойди. Чего? Икс. Да су! Чик! Чик! Ага! 5 гигабайт свободно! Все, скачиваем. Все, установить. Ура! Все, я сейчас могу. Сейчас я выиграю. Подожди, сотка, это сотка. Стоп, может быть. Стоп! Я не понимаю, что это за страна такая. Может быть. Великобритания. Шутка. Я високосный код вёл, но блин, это 4 может быть. Так, это кажется. Это Индия? Индия. 8. Это не 8, Индия. 8. Так, это 8. Так, это 16. Не Индия. А что а это? Что это? Тут люди. Африка? Африка? Ой, Африка? Африка? Где? Чмо? Да что за фигня? Я не понимаю. 4... Алиса! 4 плюс 6 плюс... Алиса! Алиса! Да. Да. Пропустить. Закончить. Алиса. 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 Так, это у нас. Помоги. Да, да. Я вас слушаю. Помоги, угадай страну по фотке. Меня пока не научили этому. Да помоги! Ну помоги, пожемля. Подожди, а как? Если вы мне расскажете, вот. Как это можно сделать, это я с радостью попробую. Ну давайте я вам скину фотку страны, и вы угадаешь. Давай. Я еще не научилась этому. Давно собираюсь, но все времени нет. Да на... Научись, ты дура блохастая! Герман. Кто сам без греха, пусть... Герман. Да пошла ты в жопу. Герман! Все в этом мире относительно, конечно. Герман, поиск по картинке, да! В Яндексе была поиск по картинке. Попробуй Поланд. Поланд. Какой Поланд? Ты что, гений? Нет Поланд. Герман, открой Яндекс. Смотри. Это не Поланд. Так, Яндекс. Видишь там это вот? Фотоаппарат. Влад, что за семинарник у тебя? Влад, что за свинарник? Так, это что? Это... Смотри, что это. Это вряд ли Владивосток? Но это в России нет. Владивосток?
Это Владивосток, это Это Россия, Раша. Попробуй. Ты, ты что, гений? Либо же... Нет, это не Раша. Подожди, тогда стоп, ладно. Стоп. Ой. Владивосток. Это... так, не ведет. Нет, это город, а не страна. А. Ой. Погоди! Германия! Какой джерм... А! Италия! Германия! Италия! Италия! Нет. Это у Влада, Италия. Это не Бразил. Это не Бразилия. Так, подожди! Европа! Плюс. Европа плюс. Герман, ты понимаешь? Ты Герман, дальше походи. Дальше походи, погляди. Ой. Подожди, сзади. Опа, это что? Это что? Браво, тут по-русски написано. Вы что? Ну, по-русски написано. Москву? Поверни. Москву. Ой. Это опять город, а не страна. Это не Россия. Стоп. Стоп. Веселый чат. Короче, я со своим буду сейчас справляться. На YouTube. В жопу. Как должно составлять 25 и високосный год? Давай офигеешь. Это остров, я так понимаю. Колумбия! Да ну нафиг! Колумбия? Колумбия. Да ну в жопу, это Колумбия? Это Колумбия! За роман... Вот ты... Тварь. Это роман... Ви... Ой. Ви... Это уже миллиард. Ви... Ив... Стоп, может быть... Ив... Ах ты! Подсказки. Могу сети. Я уже. Я чем тут тогда это? Южная. Включать высоко. Так. Партия. Два. 2000 Я тут картину какую-то нашел. Да, хорошо. Что, блин, а я не понимаю. Да идите нафиг. Я не понимаю. Это невозможно, не прям. А, да! Стоп. Ой, блин. Цифра. Ци. Си! Биг Мак Монки. Это сколько? Число 100. В смысле? Я что, переключаюсь теперь никак? Я что, конченый? Колумбия. Ну, Ну все, я решил. Алло, Ну, что это все такое? Я не понимаю. О, я все сделал не то! Да, блин. Кого? Ви-а-ой. Ви? Что? Что? Какие нахер шашки? А подожди, на русском-то
Переведи. А почему у тебя не на русском, Герман, все? Какие шашки? Понятно. Это шахматы, Герман. Лучший ход, вот я хожу. Подожди. Очевидно. А, Н, просто Н, просто Н, хорошо. Коня в шахматах. А, Н, просто Н, просто Н, хорошо. Н, Н на Е, Е6. Это у него тут разные ходы. Сколько раз вел один? Герман, ты сколько раз вел один? А что? Подожди. Ой, блин. Восемь. Можно мне другую капчу нафиг? Нет цифр. Шашки. О, наконец-то. Шашки. Ой, это шахматы, это шахматы. Да, это шахматы, Герман. Шахматы. Раз, доска. Два, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, игра. Что за город? Стоп. Запас. Вот шахматы. Герман, ты должен пять раз, всё, один. Понимаешь? Подожди. Шахматы. Неправильный ход. Я что-то не так делаю. Или я что-то так делаю. Правильный ход. Блин, я не понимаю. Стоп, что я делаю? Либо я тупой. Next, cheese move. Next, cheese move. А, я нашел игру про шахматы. Подожди, ты, Герман, ты ножницами это вот вырежь и как-то правильный... Подожди. Я должен включать лучший ход болгар... Я не могу это ничего сделать, Герман, капец. Для хода. Для хода Герман. Так. Находи, блядь, чмо. Ой, блядь. Стоп. У меня же открыто уже. Значит. Мне их надо расставлять. Точно. Шесть, двое. Ты можешь поменьше пароль сделать? Просто дади. Хо. Тут не, ну все, нет, я все сдаюсь. Я нет. Я закосный год, подожди. Стоп. Значит, у нас... Не, ладно, придется миллион раз один вводить. Ага, значит, это ежопа, ежопа. А вот на G, вот G. 10, 11, 12, 13. Стоп, он делает так, так. Подожди, раз, стоп, два, я не понимаю. А, не, понимаю, немножко. Это тут или ш... нет? Ага, вот так, все сделали. Ваш... Ты прошел шахматы, Вань? Я не могу пройти, тут невозможно, нафиг! Шахматы? Ага! А, джи-джи. Так, я как-то делаю, я что-то делаю. Это что за сайт? Х. Х у нас это. Да, а, подожди, это как сайт? 3B. 3V. Так, 3W. Так, www. Тут точка. Пенсил. Точка, так, next. Next. А, тут next. Чел. Да. Раз, два. Ой, блин. Dotcom. Где еще один не нужен чел? Зашел. Так, у меня как?
Ой, блин, а... ой-ой-ой. Что? Какого фига? Иди сюда. Так я все то сделал. Ох ты ж, суслик. Еще это теперь сюда вставлять? Что? На! Нет, ты чуть не так сделал. На! На! Ой, бля. Ай, бля. Фин, может быть, фин? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Что такое? Ты чё? Knight E6 это неверное обозначение. А Knight... Это N. Просто значение коня в шахматах. А, N! Алло. Ты выигрываешь? Да. Кто выиграл? Я эту игру ненавижу. Как пройти шашку? Пиздец, это меня ждет впереди! Мне скинули эту игру из... Уже! А с какой нахер... Диско, диско, пати, па... Ну пока что, не знаем, что... Но только L это... Эмодзи. Миллион раз! Ясный год... 5! 2! What the f*** is this? Спасибо. Просто... Здесь нет варианта ответа. Мне пришлось прям задавать вопрос, какой лучше F6, то есть вот этот вот коник. Тут сюда вот, и вот такой вот потом вот сюда, либо сюда. Ребята! Сейчас мы решим эту херню и без помощи этих кулейт! Что такое RF? Вот это лучший ход был! Так, подождите. Ре-8? Так, всё, я прямо... Мейт-1? Ты тварь. Кафеш, меня понятно какой. Почему Ре-8 это инвалид? Сам ты инвалид, обоссанный. Какой легал? Это не легал! Ходом! Ну как это может быть? Мы прошли! Ура! Сюда такой, ой-ой-ой, страшно. Это... Но мы прошли! Кого, бля? Я не так сделал, да? Чекмейт. Да тварь, сделай чекмейт. Издевайтесь, да? Я... Вы издеваетесь. О, это мой цыпленок. Вы нафиг цыпленок, выкинуть его нафиг надо. Я решил, что я сделал шахматы. Как? Лех, да это просто, Герман. Я по твоему... Короче, ты... А, я коня убираю.
Ты смотри, так, у тебя все. Калькулейт, калькулейт, калькулятор. Ре8 плюс, бля. Ну-ка, и... Сосать. О! Стоп, только это одно и то же учу. Мне одну и ту же картинку дали. Мне одну и ту же картинку дали. Откуда? А почему? Почему у тебя это вот сбросилась страна, а? Почему? Так, ну я хотя бы запомнил. Стоп. А Ре8 плюс удали, попробуй. Попробуй удалить Ре8 плюс. Иди в жопу. Да ну тебя же сохранило. Так, Колумбия. 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 Ах ты ж два! Колумбия. Ой, я забыл, как пишется. Ты просто Enter нажми и все. Я забыл, как Колумбия. 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 Короче, Воба не может, а вот что там будет? Ай, ты ж! Чему? Давай убирай. Вот, какая-то цыпленок пол. Ладно, пусть будет. Элементы... Ой, ты эти элементы вашего пароля должны иметь атомные номера, которые... Какие атомные номера? Атомные номера. Гей. Ой. Что за нафиг атомные номера? В смысле? Раз, два, три, четыре. Иди в жопу. Чё, да, так, да? Не, не работает. Стой, что? Ура! Всё, ведь атомные номера... Никто не... Блин! Да-да, вот так случайно можно закрыть... А да боже, это как? Чё, где я сегодня? Какого? Чё? Я Пола убил! Кого убил? Пола, этого цыплёнка, сука! Как ты его убил? Я просто его удалил! Как придурок! Как он? Можно взять, например, водород? Удалил как придурок! Ну-ка! Ой! Аргентум и водород. И что такое? Что? А, ди. А, ди, хи. А. А, ди, хи. Ди, хи. А, ди, хи. А, ди, хи. Стоп. Бля. Тогда смотри, что мы сделаем. Мы возьмем не кадмий. Таблица Менделе... Ой, блин. Бля. Погоди, а как? Как на 200, Вань, ты это сделал? Нет, я умер вообще-то. Так, обратно делаем. Блин. Просто успевает у вас жирить, как он проходит. Ха-ха-ха.
Га. Гали. Блин. Стоп, может быть... Джи-а. В-в-ре. Джи. А. В. В. Р. Е. Да ты чмо? И вире. О, хорошо. Погоди, а что мне делать? Можно взять, например, водород и серебро. АГ. Ну-ка. А, ой. Аргентум и водород. И что такое? А, значит, можем взять. Окей. Бари. И о. Ой. Бао. 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 Ну чё это такое? Убирай без цифр. Убирай без цифр. В смысле? Вот, вот это вот. Она же без, без цифр. А, ну да, в принципе. Так, R. Подожди. Значит. R. R. Я выберу. D. C, G. E, I. O, D. Так, в... так, это сегодня... Ваня, а ты как-то сделал? Что я сделал? А чё там? Дай посмотри. Таблица Менделеева, как ты её сделал? А, на что напиши? На что напиши? Что? Вот это вот. Фер. Фер. Нет. Нет. Не это раз, атомные нет. Номера, Герман! А, это? Ну, я не знаю. В смысле? Тебе. В смысле? Это не в таблице... Герман, это не в таблице Менделеева делать! Атомные номера. Так он же он это же делает. Это делает. Ну да, так дальше смотри. Ну. А, ой. Можно взять. А если вы 200 минус 152, это 48. А нужно 200. Сейчас. А, у нас сейчас получается 100. Вот так, хорошо. А если вы сейчас. А, у нас сейчас получается 150. Как он что? Я еще с Менделеевым нужен еще. Я не понимаю. Тварь! Нужен двухбуквенный символ. Тварь! Нужен двухбуквенный символ. Нет, я. Я не понимаю. Подожди, фаза луны. Так. Элементы вашего должны быть. Как узнать правило 17? Значит, мы головоломки были выделены. Пьем? Стоп, 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 я кажется понял. И это какая страна? Га. Ау. Нихуя. В Зе. Список. Ах ты шумара. Надо мне считать, да вы чёрты обоссаны. Джи. Погоди. Джиа! 31. Ваня гений, я гений, я гений, 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 гений. Подожди, это что за... 31. Плюс. Значит, у меня теперь... Ау. Ищем. Ау. Ау. Ну да, это не Америка. Я сейчас по приколу буду сейчас вставлять их сюда. Ау! 79. Так. 110.
Плюс. Так. Подожди, ваш пароль должен включать наш бэк. Что это за страна? Вай-яй-яй-яй-яй. У нас как лава. Я не понимаю. О май гад. Где Ай? Где Ай? Ай 53. Ну, да вы чмошники. Это же уже 200. А, на дорожку 200. Бля. Я не понимаю. Бля, но. А что это за страна? Бля. Как мне... Может, мне надо было ауз, блядь, писать? Давай напишем май. Май. Суслик! Ой, блин! У меня сейчас... У меня как-то... Я не понимаю. Ай, я сейчас сдохну, блин. Капча без пароля дайте. Ох ты ж! А я послушал тут вот это па-па-па-па-па-па-па. О, нет, опять. Вип! Я все так делаю, ты дура, ты обрыганная, боссная шала. Ой, да что я не так сделал? Блин, у меня голова болит. Мне выпал пароль, который я вводил. Сюда. У меня голова болит. Это что? Это что? Так, и... Маркетинг. По компас. Да. Ничего себе искажается. Бля. Идите в жопу, я вас ненавижу. Я сам это хочу говорить каждый раз. Так, ладно. Почему это считается за римскую цифру? Так, это невозможно. Римская цифра. Сколько? Так этой цифры нахер нету. Бля, я что-то опять не так сделал. В и Вир. Сука, да что не так? О! Если я ударю. Как он это делает? Риза. Бля.
Ай, блин! Сан Андреас? Что? Это... Что? Манда? Игра говно, игра говно. Ой, бля, я не понимаю. Филиппины, что? Я в Филиппинах, у меня Филиппины, что? Где это, Рея? Я не понимаю, это не знаю. Ой, блин. Ви, бля. Мне надо еще считать самому. Офигеть. Четыре, так, надо таблицу умножения вспоминать. Ё-моё! Да за что? Наконец-то! Высокошный год. Ноль. Сюда. И теперь шахматы. Поехали. О, блин, я не хочу это говно играть. Да, помогай мне, простите, фон. Это что, блин, умножение забыл. Я все забыл, я тупой. Да умножение. На, смотри. Я ни хера не понимаю. Блин. Так, у нас нету одного слона за черного. Так. Как он читает это за... Ваня, я не понимаю ни черта. Да я сам ничего не понимаю. Не, нахер, я сдаюсь. Ваньку сдадимся уже. Не, я хочу пройти. Это невозможно. Не, если подумать правильно, то все возможно. Что мне теперь заново начинать надо? Все согласны, не обязательно, чтобы то могут быть любыми. Так, гусенички, не забываем гусеничек подплаживать. Так. После говно всякое спамним. Палха сбит все в жопу. Вот я прошел на плохую концовку. С вами был я, Гамби. Всем пока.